Друзья, привет всем! В этом занятии я вам покажу, каким образом мы можем научиться перемещать объект между, например, эту сферу, между выбранными точками в пространстве. В качестве точек я выбрал 0 объектов, и мы получаем вот такой вот эффект, такой вот мультипликационный, когда сфера очень быстро перепрыгивает между опорными точками, и, соответственно, мы можем перемещать эти точки, и сфера будет скакать теперь между ними. Ну и обратите внимание, как она искажается при перемещении. Итак, у нас есть в сцене несколько объектов, в данном случае их 6, и 0 объект control, который у нас предназначен для того, чтобы нести на себе тег экспресса. Давайте его добавим правой кнопкой мыши, Cinema 4D тег экспресса. И для создания нашего экспресса выражения нам понадобится, во-первых, экспресс General Node Time,